Семена и рассада сфиральцы и шарлаховы используются для создания ярких групп и необычных смешанных композиций. Этот травянистый многолетник вырастает до 60 см в высоту и достигает 30-40 см в ширину. В мае начинается цветение, и стебли густо покрываются красными или оранжевыми соцветиями диаметром около 4 см. Этот период длится до наступления октябрьских холодов. Для посадки сфиральцы необходимо подбирать участки, закрытые от ветра и сквозняков. Почва должна быть рыхлой, легкой, с хорошим дренажем. Это позволит избежать скопления воды, которое может стать причиной гибели корневой системы. Сфиральция шарлаховая – это травянистый высотой 30 см. Цветет растение в месяц июнь и июль. Окраска цветка оранжево-красная. Летом листва бело-зеленая, ворсистая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.